если меч предназначен для правой руки? Чё не понял? Если меч предназначен для правой руки, я смогу, ну, его трансмотнуть, типа? Или нет? Без понятия. Сможешь. Ну, тогда я зайду на битва после этого босса, мне нужен меч. Так, теперь фулл баф давайте. Смотрите, кому чего не хватает. Лапу. Лапу дайте, друиды. Лёха, самогон. Подождите-ка, его нету, он на 3 минуты отошел. Он говорил 10 и 3, блин. Не, это я говорил 10. Мне как бы уже, блядь, надо уходить, я не знаю. Ну, этого босса еще убью, наверное. Че, ты все уже не вернешься, Трися? Не, я вернусь, я говорю, 10 минут мне надо просто отойти. Хватит пороть пацанам очивы, Трися. А, короче, захиливайте рейд, смотри, так, отец холодец. А я сейчас пойду, Саня, тогда, может, приду на кошатницу, успею, не знаю. Ну, делай тогда топов Долорал прямо сейчас. Не, пикай, я вернусь минут через 7-10 там. Угу. Лёха, самогон, ты пришел? Так, ждем от тебя еще пока. Окей. Так, короче, смотрите, мутант первый, сэддер второй, как босса на себя забираете, дефубилки прижимаете, этерните третий. Сейчас я в хп полоспекнусь, похилю тоже. Потом, смотрите, по команде Веракт жмешь бабл, не забыл, да? Поставьте ну, еще. Скажите, когда забирать лучше. Мы просто сейчас стараемся делать без смертей. Веракт жмешь бабл, точечный талант и правильный министерство. Вас постоянно видишь, я не знаю, тут с каждой обновой ему урон почему-то режут и режут, точнее повышают. Какой-то бред вообще полный, нету самогона, лапу не бафнем. Сейчас ману резну. Какой-то баф должен быть на замке. Это раскол брони как-то так, короче, называется. Ну, короче, мутант, крикнешь там, да. Сейчас ману резну. Будем начинать. Ты кого из вечная тьма куплю? Тебе сколько? Одну штучку. А, да, хруст доспеха как-то так, ага. Мутанты там 2 ЛП даешь. Летрин попробуем, но мутанта на пуль. Нет, сорян, нету. Ясно. У меня есть 8 кристаллизованный, Дима. Нормально, давай. Так, все, теперь подходите в синий квадрат и по команде подожди, танки пойдут. Я стрел сделаю, не пуляйте, нет стрел. Сколько тебе времени дать? Сколько времени тебе дать? 5 секунд. Вот, даже 8 секунд. Делает стрел. Все. Купайте знаки королей, пока Джив стоит. Тянитесь. Чекую, короче. Сейчас смотрите. Я дам команду, бежит только один мутант. И все хилы хилят его. Так, Фукасаку, ты постоянно на рейде, Козырь, Отец Холодец и Пеппер хилят действующих танков. Так, Отец, вешаешь частицу на мутанта, я вешаю частицу на Сэддера. Все. Им, короче. Рыбу кушайте? Кого мы что делаем? Без смертей или перекати обломок, или без оружия? Без смертей. Делаем? Без смертей. Без смертей? Да, а уже провалили, нет? Руку бить правую. Да, как смотрите на босса, сейчас весь рейд по моей команде вливается в левую руку. Поставил синий квадратик. Правую руку. В левую или в правую? Я говорю, вот вы слышите меня? Вот ты на босса смотришь сейчас, ты бьешь левую руку, как смотришь на босса, понятно? Да ты чё, я не знаю, такой глупый-то? Они не знают, где правая, где левая. Ты чё, цельнометаллическую оболочку не смотрел? По синему квадрату ориентируйтесь. Все, последний раз, короче, чекаю. Будете вливаться сейчас все РДД в синий квадрат. Все танки под босса. Так, все, теперь у нас все готовы, танки пошли. Псах весь рейд стоит. Давай, мутант иди скорее. Хиль мутанта. Давай, щит на мутанта и все, играйте в этого. В руку. Играйте в руку. В руку. Что, забирать мне? Не, пока нету дебафа. Если есть, да, есть Сэддер забирай, сейчас ты забирай. Руку добили, в следующую играйте. РДДшки дали массы, слили там обломки. Мне тоже дебаф. Так, все, теперь это Эрнити ты забирай. Эрнити забирай ты. Прожимай дефобилочки. Все,
Теперь, Вера, готовься по моей команде, нажмешь бабл. Антон, подходи к боссу, готовься потихоньку, готовься. Бейте босса, теперь бейте босса. Давай, Веракт, Кощуга, жми бабл и забирай на себя босса. Забирай на себя. И теперь ждем. Теперь Animal Jazz, жми бабл. Теперь Animal Jazz, жми бабл. Забирай на себя босса. Скорее, скорее, скорее забирай. Патерните, хили, патерните. Мутант, все, мутант, забирай на себя босса. Бейте руку, только в руку играем. Если нету руки, бейте босса. Ну там танчит. Не забирайте, мы успеем. Да не-не-не, мы просто бессмертие делаем, нормально все. Кирилл, забирай. Теперь Сэддер забирай. Теперь Сэддер забирай. Бля, Виталий, как ты сдох-то? В руке. Пиздец, играйте в следующую руку. Я же сказал, мы не успеем, он его схватил давно. Надо больше РПД просто. Вы тормозы немножко. Да не-не-не, не должно такого быть, там 300 тысяч и на руке надо снести и все. Должно отпускать, она неправильно поступит. 300 тысяч, 2 ляма у нее. Это дыркуль. Чтобы, я повторяю, из руки отпустила, руке нужно снести там 300-400 тысяч. Это дыркуль. Открывайте босс. Ну, обеззаружен зал, отлично. Да, Виталий, конечно. На уль, да? Две тринки. Хорош. Типа камень супа Виталий Кубов. Смотрите меня, пожалуйста. Стойте пока вниз, не спускайтесь. Идите сюда за квадратиком, став шкаф идеален. На рейтинге сегодня есть такая тринка? Ну что, давайте 9 жизней сделаем. Подождите, 20 секунд, я приду. Нужно дефагами нам бисовое, да, Оля? А с какими ты тренингами гоняешь? Так, смотрите, я сейчас чекну на ачивку 9 жизней, кому надо, жмите да, кому не надо, жмите нет. Напоминаю, 9 жизней, короче, это очень долгая ачивка, мы, наверное, минут 5 будем делать. Надо будет дикого защитника 9 раз убить. Возможно, мы, короче, будем вайпаться, и еще и не раз, поэтому думайте. Кому не, нужна, не, давай не будем, нет, да. Кому нужна 9, давай, кому нужна 9 жизней, тыкайте да, кому не нужна, тыкайте нет. Давайте, не спасти. За 500 голд нажму да. Просто есть. Единогласно, короче. Войду в армию, единогласно все против. А кому нужно было 9 жизней? Там Джерин прессует. Удиален. Ну, в следующий раз, думаю, сделаем. Блин. Хорошо, как получается. Пообещаю, что в следующий раз будет все хорошо. Там Джерин прессует в чат, гильдейский. Так, а чё ты, Димон, это, ханда убираю или чё? Мне надо меч отсюда на трансмут и всё. Тогда делай ТП этим хантом. Чё? Блядь, передай мне РЛ, случайно передал. Нееееее, ничего не дал. Так, я, короче, в хиле останусь. Короче, 30 секунд отойди быстро. Я сейчас объясню тактику. А, этот, Animal Jazz, ты танчил уже, да? Делаем сейчас, стараемся без смертей. Плюс они в чат, если ты танчил, у тебя есть протоспек, можешь потанчить, я объясню, что делать надо. Окей. Тогда спекайся прямо сейчас в танка. И пойдемте этот мелкий трэш снизу залем, двух этих лохов. Мутанты и Этернити. Забирайте их и там внизу прямо танчите. Подожди, пока не агри. Прямо оба. Дальнего веди. Все, я отворачиваю от рейда. Заводи, заводи в уголочек, заводи. Я отворачиваю от рейда. Порнография какая там. Че это? Заведи его в уголок, чтобы никто не уволок. Слишком
хрена, их надо слить одновременно. Бейте, у кого там больше хп. Шаман тотемы переставьте. Всех резнем, объясню, что делать. Будем пытаться делать без смертей. Будем использовать геодату. Маните меня, я тут. Окей, кто не знает, что такое геодата, очень плохо. Я не знаю. Значит, смотрите, ребята, раньше на дикого защитника стан работал паладина, а сейчас он не работает. Теперь. Кира Садер, ты тут? Он да. Не бьет по 100 тысяч. Бьет так же, он ваншот. Это Кирилл Седер, спекайся в варпала. Теперь два танка, идите сюда, Animal Jazz, и отверните вниз. Что мы делаем здесь? Без смертей тут дело. Идите сюда, два танка, Animal Jazz, и отверните. Так, Animal Jazz, при пуле босса две кошки берешь на себя, ведешь сюда попой, чтобы они смотрели в сугроб. Вот так вот и стоишь, понял? Animal Jazz. Поставь плюс в чат, если понял. Все отлично. Вот примерно, чтобы тут они стояли. Так, Этерните, ну ты как обычно тут стоишь. То же самое, чтобы кошки попы смотрели сюда в бортик. Примерно тут стоишь. Далее, значит, весь рейд будет стоять в метке у меня, в синем квадратике. Будем играть точечно в кошек. Рост не даем, просто играем в кошек. Так, далее, Ваня-мутант. Я даю кружочек, ты босса поставишь примерно сюда. Иди сюда в кружок, чтобы сразу запомнил свое место. Вот повернешь, короче, на нас. Мы будем все стоять вот тут. Ребята, смотрите, очередность какая. Сначала будет удар часового, его надо будет сбить. Я сейчас назначу антифиры, каст собьем. Затем будет мелкий трэш. Не путайте, танки поднимите сюда наверх. Сначала будет мелкий трэш. Даем, короче, АОЕ под босса. Затем будет фиолетовый луч. И как будет фиолетовый луч, по моей команде мы все сместимся сюда влево. Здесь вот в метке останется Этернити. Слышишь меня? Ты останешься здесь, когда мы все туда побежим влево, вот сюда за стенку. К этому, к кувшину, короче, к этому вот так вот встанем. Плюсуни в чат, если понял, ты останешься, нажмешь бабл и точечный таунт, короче, на кошку. И Ваня-мутант, короче, ты тоже примерно через 3-4 секунды таунт, либо хватку нажмешь в дикого защитника. Все, и весь рейд, как вылезет дикий защитник, сыграет в кошку эту. Мы ее убьем. Все. Мы кошку убьем, останемся здесь, у этого кувшинчика. Далее опять будет мелкий трэш, затем дикий защитник. Мы убежим сюда влево, чтобы кошка не прыгнула на человека. Постоянно будем использовать геодату. Теперь смотрите, Филипец. Два антифира на мутанта прямо сейчас вешай. Козырь, ты в ДЦ вешай антифир на себя. И Фукасаку ставь тотем, этот очищение. Или трепета, не помню, который страх снимает. Так, камень с Виталик. Ты вешаешь антифир. А, Седдера. А Войд Кипер, ты если чё, каст соберешь, окей? То поможешь там. А я не знаю, по страху. Ты назначаешь, у меня он откдешивается на каждый эфир, так что я все собью. Все, окей. Так, и в бою, короче, постоянно антифиры обновляйте, кому я говорил. Сейчас на готовность чекаю. Кто что не понял, спрашивайте прямо сейчас. Вот это пизда будет, Войду, если он каснет, собьет, конечно. Где подходите все в синий квадратик, танки на изготовку, прям внизу стоите. Не забывайте Этернити и Animal Jazz, вы по две кошки на себя забираете. А мутант, ты сразу босса на себя, ведешь сюда наверх и поворачиваешь. Идите сюда, все в синий квадратик. Ты там только персов опять не удаляй. Идите, ребята, идите все сюда, строго в синий квадрат. Мы тут в одной точке будем стоять. Это очень важно. ТТ мы прямо сейчас ставь. Все, ждем, пока босс появится. Камень с Виталик, я серьезно говорю, потому что если луч в вас, короче, ударит, кто-то сдохнет, то вообще провал будет жесткий. Сюда в синий квадрат. Так мы и без смертей, и 9 жизней делаем, или что мы делаем? Не-не-не-не, мы сейчас делаем просто без смертей. Просто без смертей. Мы сейчас смотрим, как ты косты сбиваешь. Так, смотри, не забывай, Этернити по моей команде. Вот сейчас видишь, где синий квадрат стоит? Ты жмешь бабл по моей команде, когда дикий защитник появится. Прям когда фиолетовый луч в землю ударяет, ты уже бабл жмешь. И все, и точечным, короче, таунтом забираешь на себя этого лоха. Потом Animal Jazz то же самое сделаешь ты на втором защитнике. Все, сейчас босс приходит.
Сейчас босс приходит, мы точечно играем в кошек сначала, босса вообще никто не трогает. Милики, фурики, ретрики, там сразу не врывайтесь, это агро сорвете, сдохнете. Так, отец холодец, давай частицу на Эддера, я на Этернити. Килим мутанта, килим рейд. Зачем мне частица, я же ретрик. И отец холодец. А, фу, отец холодец на Animal Jazz частицу, Пеппер на Этернити. Все, босс идет, сдохните. Антифир на меня кинули, зачем ты тоже? Давайте, агрите, агрите. Нормально, все агрите. Даем 4 секунды, чтобы танки нагрели. Начинать. Бейте кошек издалека уже. Бейте кошек. Бейте кошек, все, милики пошли. Милики, бейте кошек. Спустились? Бейте, бейте, бейте кошек. Идите за агро, ребята. Не важно. Козырь уйди. Класс. Уйдите на ком агро. Ребята, уйдите. Где кошек? Тучку. Ой. Где кошек, давайте. И все в синий квадрат. Строго в синий квадрат. Давайте рост и бейте босса. Все, молодцы. Не-не-не, подведи босса сюда. Подведи босса сюда, в синий квадрат. Вернулись. Где стояли, туда идем. Ребята, вернитесь, это очень важно. Сюда в синий квадрат, чтобы тут кошка осталась. Смотрите, сейчас будут мелкие. Ее можно погладить? Рекомендую. Давайте, а я под босса. Не флудите, ребята, давайте, а я под босса. По моей команде влево убежим. Влево. Давайте, побежали влево, побежали, побежали. Отрывайте, жми бабло, забирай на себя. Пиздец. Бейте дикого защитника. Бейте. Бейте дикого защитника. Убивайте. Дать БР. Да, сейчас после страха дашь БР. Игорь, кто реснет. Те обратно в синий квадрат. Отведи сюда. В синий квадрат. Лево Е под босса опять, ШП. Иссушение в крадущихся, не в босса, а в крадущихся. То же самое, только этот Animal Jazz. Прожимаешь бабл, а мы все бежим. Назад побежим, далеко. Назад побежали, давай, забирай. Давайте, бейте, сейчас дикого защитника бейте все. Похилим. Добивайте дикого. И в квадратик все вернулись. Опять его я под босса. Или сзади крадущийся. Сейчас просто босса добивайте. Ты убьем. Ну, только непонятно, что на том диком защитнике 400% урона. Это нормально выше этих мелких стилей? Не, надо репорт писать, я уже 3 раза, короче, отправлял. Хотя надо что-то чинить. Они меня просят софы, короче, видео им предоставить. Я что, на придурка похож? Да, да. Сейчас бы видео 11-летней давности предоставлять, да? Что, бейте? Такие тупые тоже, пиздец. Контенту уже более 10 лет, и они просят какие-то видосы предоставить. Это там, блядь, я не знаю, цифровик, что ли, монитор как снимал? Да, на телефон с монитора. А на Nokia? Да камеры еще не было, алло. А ты тут там ЧК сделай себе. Присумонте потом, пожалуйста, пока тут квест сделаю. Присумонте. Что ты делаешь, квест? Квест. Какой квест ты делаешь? Ну, нет, все, не наступайте. А чё, весь рейд? Трэш что-то бьет боссов, а ты квест делаешь? А, спасёшь, наверное, надо. Ну, блядь. Не предлагаю кикнуть до ДГП. Зайди Этернити на сугроб. Сюда все. Блока это мало. Бежали. За синим квадратиком идите. Сугроба не наступайте. Вот сейчас по левую сторону. В левую сторону идите все.
сугробе мобов сидит вот этих. Агрить, это мне в этом. Мне в ретрике оставаться, да? Да-да-да. Вон Джейми, бери, я остался, не купонится. НРДРУ лучше зайдет, если ему похуй кем идти. Ну пусть НРДРУ лучше заходит. Ты загробника? У него появится щит, переключимся в большого. Подойдите сюда все в трусы, поближе, а то вас откинет час. Главное, сугробы не задевать. Давайте, вы побежали за трусами, ребята. Строго чисто в трусах двигаемся. В чистых трусах? Да. Новенький, чистый. Ой, ты в чистых трусах? Нет, конечно. Жму готы. Побежали вперед. Не агрите, слева оббегайте. Не надо этот сугроб, не наступайте на него. Сейчас. Трися, слоупок, Саня. Трися его, опять. Саня, ты троллишь или чё? Я не наступал на него, я не знаю, чё оно так работает. Я оббегал, и он, короче, активировал. Ну что сложного, просто вот у стенки пробежать и ничего не делать. Просто пробежать и не агрить. Там ГП надо давать, жму ГП. Они на запах. Тихо, хильте, ребята. Могу начислить, если ты так просишь. Ребята, да, хильте, блядь, сейчас вакуум. Трися, я прикалываюсь. Чё ты так воспринимаешь серьезно, блядь? Ну, ты пойми, просто трися и быть очень сложно. Идите назад, ребята, не флудите, мы сейчас тут все попыхаем. Завидуешь, да, это ли? Примитесь, помогите трэш убить. Вот подохнем сейчас. Нужно больше ярости. Сейчас кожу соберу, подожди. Да, пацан. Чувствую, что-то полезное сделал. Войд кожи на фарме себе. Ты чувствуешь, когда в жизни ярости хватает, а в игре нет. Лучше бы мозгов нафармил. Подгони вот в больнице. Резну всех, подождите, не идите вперед. Курсе, что делать? Что человеку голову пересадили на тело другое. Кан, это была мертвая голова, мертв человек. Рома, Джейми, ты идешь, нет? Ульду. Рома. Дима, смотри, пожалуйста. Лети сама. Шкаф удиален. Так, сейчас присуманим. Ваня, Варенька, подходи, тебя ждем. Подожди, тут один танк, мутант. Только один танк, мутант. Козырь ДЦ, отец холодец. И Фукасаку. Будите три хила. Так, теперь все шаманы, паладины, доставайте на панели очищения, там диспелы. Листы тоже помогайте этим рассеиванием точечным. Будете форснову диспелить. Друиды, самогон, если на тебя форснова кинется во время боя, ты просто меняешь форму. С друидов никто не диспелит. Ребята, смотрите, тут две метки на полу будет появляться. Маленькая ледяная глыба и большая. Из маленьких мы постоянно выбегаем, из больших... Сначала выбежали, потом на середине каста забежали по моей команде. Далеко от больших меток не отбегать. Недалеко от контура встали и стоим, ждем. Так, давайте фулбаф, я чекаю. Смотрите, еще такой рыбу кушаете, такой нюанс. Мы когда заходим в большие глыбы, вы там на месте не стоите, вы в них тоже двигаетесь. Это очень важно. Сейчас поначалу совы, маги, у вас долгие очень касты будут. Старайтесь дебаф не копить. Трескучий мороз он, по-моему, называется. Так, Виталика ждем и Драга. Драг, ты кочуга. Будем начинать. А тут Виталик, Драг, Антон. Как ты, Драг, тут? Антоха.
ебал начинать. Это чего делается? Все, понял. Че, Кирилл, говоришь? Как это чего делается? Бессмертие давайте сделаем, да? Да-да, тут все ачивки из раз можно сделать. Теперь давайте за квадратиком все побежали, мутант начинай. Теперь появятся склепы, бейте вспышки все. Босса пока никто не бьет. Самогон в центр вставай. И давай этот, звездопад. Вот смотрите дебаф. На ком дебаф двигайтесь. Ребята, просто двигайтесь. Дебаф ни в коем случае нельзя получать. Грозовая туча на СРС, разноси по рейду. Мутант Ваня, ты тоже получаешь все положительные бафы. Лунный столбик, вот. Видите? Идите сюда в трусы все. Ой, квадрат синий. В столбик идите. Получайте хороший баф. За костром тоже ходите. Сейчас я грузовую тучу разнесу по рейду. Потом в лунном столбике не стойте. Вы получили бафы и отошли. Сейчас большая метка скоро будет. Вот выбежали из больших меток, недалеко выбежали. И вот по моей команде вот сейчас забежали и двигаемся тут внутри, двигаемся из стороны в сторону. Можно роздать, нет? Не-не, не надо. Вспышки слить, ребята. Пелим? Пелим? Вспышки слить. Подводи к вспышкам, чтобы милики тоже уешили. Ваня, мутант. Да как ты, блядь? Вот такой тупой, вот у меня слов просто нету, серьезно. Заебал нахуй. Просто на каждом боссе дохнет. Там просто хороший ДПС. Выбежали, выбежали из них. Ну они тут нахер не нужны. Сам говорят, три сейчас в упоре. Теперь забежали. И двигаемся тут. Просто надо спать. Дохим. Чем положительные бафы? Луна столбик. Столбики. Просто давайте до конца остаемся, добиваем. Смотрим похолодание. О, получили, молодцы. Он ливанул, да? Сука, чё он раньше не ливнул до босса? Бля, я чё, братишка? Начисли ему, Киря, там, за босса по... 200, по-моему, ЕП дают. Сколько он там прошел? Какой ЕП ему ГП надо дать, то есть что он ливнул, блядь. Успокойтесь, ГП давай, чё вы? Какой-то печар. Забирайте, забирайте. Танки забирайте, это вам уба. 32 ему стан, 32 стан. Он сейчас по ваншота тут всех. Отходите сюда. Уведи, второго уведи. Уведи его вниз. Уведи, уведи вниз. Или второго уведи скорее. Ваня, дай мне пишите нового. Идите вместе, сведите. Во. Просто, может, он забывает, что там под этими бафами, которые ты говоришь, положить. Почему, блядь, танк не под этими бафами? Ну, я полностью на стороне, что 60 Роксажа, что тогда Дестера. Почему, блядь, танк не может просто тоже поймать эти бафы и нормально держать агро? Там, блять, одну кнопку нажимать, ну серьезно. Бейте того, у кого бейте, больше хп. Бейте кружок. К тому же еще три на пулы. Никто сейчас тебе не говорил, что ты не нужен. Ты просто не можешь голову поднять и за процентажом за своим посмотреть агро. Понимаешь, что ты сильно ДПСишь, но не так же, чтобы агро рвать и постоянно на боссах ачивку пороть. Давайте бейте. Даже если танк не набрал, то он, да, на агро должен быть по-любому. Жопа, и просто на протяжении всего боя следите. Вы же фулгирные. А пула нету, там породистый или глаз по-любому не напуливали. Ну да, у нас же три ханта. Вот. Кто, блядь, напуливать будет плюс рога еще? Действительно, блядь. Вот дуба херям хантом в жопе в первую очередь пиздили. Сидим в жопе по агру. Костя, иди сюда, квадратику дай овцу и бьем все кружочек. Кружочек уводи. ХП на пульщиком. Сюда, во. И веди сюда в рейд круг.
А шанс, ты тут, нет? Пульсы не там, где чат. Ну, куда мы сейчас идем? И погнали дальше. Че, где у нас Пекас? Кто у нас демон? Я демона иду. Он Африкан Шум. Ты по жизни демон. Так, тихо, теперь слушайте внимательно. Квадратик кидает прости овцу, кружочек сзади кидает айкин блинк. Прямо сейчас кидайте, а мутант ты хваткой вытягивай трусы. Вытягивай трусы, не бейте никто. Ой, началось опять порнография. Бейте трусы все. Да, блядь. Сначала зазнылись, тем более ачивка там вообще проходная. Смертей, она просто проходная. Мы ее каждую неделю делаем. Так проблема в том, трусы точечно бейте. Слышат, говорят, понимаешь? Слышу, один не напуливает, второй срывает, третий что-то еще. Да не, ну я имею в виду, как они вообще, ну, кто-то разговаривает с людьми, это, ну, бред какой-то. А, уйдем, и чуга, она нахуй отсюда, ну что это такое вот? Сидит три говна возле компьютера, это, ну, так все позволяют разговаривать. Я не понимаю, кто вас воспитывал вообще. Кто базарит? Рис. Самый вежливый человек в мире. Теперь, ребята, смотрите, мутант, ты червя забираешь, иди прямо сейчас агри. Все не трогаем вообще. Телефона делать будем? Так, а кто второй танк? Молджа спекасов танк. Забираю стрэш, чтобы он там до себя. Отраните, ага, все. Тут с хармоном или много не хорошенько подумать, короче. Тут надо хорошенько подумать. Блин, я не уверен, что мы тут бессмертей сделаем, конечно. Мы и хармо тут тоже вообще не вариант делать. Давайте попробуем бессмертей. Давайте бессмертей. А как этот босс называется? Борим. Вот тут молния. Теперь, короче, слушайте внимательно, полюсаните, кто пойдет в комнату, и подходите прямо сейчас сюда к ней. Так, один танк, один хил нужен. Марат, ты похилишь там в комнате, окей? А, этот, нет, Фукасаку, Вареника, похилишь? Подходите к комнате прямо сейчас, кто туда пойдет. 6-7 человек, больше не надо. Смотрите, Серсея, Вуди Аллен, Каминс, Айкин Блинк, Фукасаку, Animal Jazz Retric. Так. И нет, самогон, ты на арене оставайся. Ты будешь помогать защитника убивать, если что, отталкивать. Ты можешь, ну, у меня нету тайфуна, брат. Да ладно, не парься, нормально. Может, там после этого Сауры по контролю ачивку сделаем? Да-да-да, я сейчас все назначу, сделаем ачивку. Так, смотрите, Филипец тоже в комнату, иди, нормально, все-все. Теперь все остальные остаются на арене. Ребята, смотрите. Попробуйте... Так, сейчас трусы не трогайте, я к нему подойду. Надо тут встать на рейндж. Пишите рейндж 12 и расходитесь. Вот по комнате, по всей, прямо как на сурке раньше играли. Попробуйте покаяние отдать паладину на треугольник. И подходите сюда все в центр, к синему кружку. Вот тут босс будет стоять. Подходите, подходите в центр. Где? Там даже кто в комнате остался. Вы сейчас должны встать на рейндж, чтобы мы, когда босса запулили, вы на этот рейндж вышли. Иначе вас всех будет, короче, ваншотать цепная молния. Кто там в комнате стоит? Отец Холодец, Марат, Серсе. Подходите сюда. Пишите рейндж 12 и расходитесь. Вообще прям по всей комнате. Какие тут ачивки не будем делать? Просто без смертей. Выписать рейндж нужен же аддон, да? Да, ну вы примерно, ребята, вы примерно, не пишите, вы примерно разойдитесь на 12 метров. Вот подойдите сюда, в сторону, где синий квадратик, вот сюда люди, уйдите, РДДшки, милики будут под боссом. Разойдитесь. Главное, оставьте место РДДшникам, которые сверху спрыгнут, вот здесь вот, вот под балконом этим его. Так, нет, вы не понимаете, что ли, вот вы сейчас стоите, боя нет, набирайте рейндж прямо сейчас, чтобы мы, когда босса спулили, вы просто на свои места встали. Чтобы знали, где уже, кто стоит. Расходитесь, расходитесь на рейндж, идите сюда, в синий квадрат, кто-то. Вот пусть те, кто придут с балкона спрыгнут, они поближе здесь стояли, остальные пускай занимают там у входа.
Так, вот, милики, смотрите, вас очень много. Когда мы спустим босса, там человека 3-4, выйдите на рейндж, как на гниломорде, короче, то же самое. Вы не будете бить, да, но пофигу, но вас не ваншотнет. Так, еще раз. Запоминали места примерно, кто где стоит. 12 метров друг от друга, все. Сейчас Филипца ждем, я чекаю. И пойдем. Так, у нас, короче, моба кто законтролит? Че, у нас камень только остается один. Виталик, законтролишь моба? Я тебе меточку поставлю. Ты идешь в комнату или нет? Ну тогда оставайся на арене. Но там же еще будут такие мобы выходить или нет? Не, нам на арене, прямо сейчас на арене нужен баф. Он там дает 20% хосты урона. А Филипец пойдет на в комнату вместо тебя. Его подождем чуть-чуть. Подождем его чуть-чуть, буквально еще минуту, и будем начинать. Там, мутант, ты в комнату. Так, Этернити, ты остаешься на арене. Animal Jazz в ретрике, смотрю, Трися в ретрике, отлично, Веракт в ретрике, все нормально. И Фукасаку, ты идешь в комнату, не забывай, подходи прямо сейчас туда, в комнате, в оно. Вижу, где холодец идет. Он Филипец зашел. Филипец зашел. Ты холодцу сказал идти? А, да, холодец стоит уже, все, в оно тогда, подходи, на арену остаешься. Холодец там должен захилить. Смотрите, ребята, кто на арене, сразу не вливайтесь. Подождите, дайте мутант на агре 3-4 секунды. Так, Ване ставлю кружочек. Филипец, что тебе не хватает? Давайте моба, начинаем. Филипец, ты в комнату идешь, слышишь? Пахан. Убивайте моба, жмите рычаг, заходите. Все мы стоим в квадратике в синем. Иди сюда, Леха, самогон. Мешаться. Погодите, вы? Я помню. Все, стоим тут. У нас приоритет защитник. Сейчас вылезет моб, его Виталик законтролит, его не бейте. Завоеватель, Виталик Ник. Контроль над разумом и в центр его ставишь. Там за кружочком бегаете, за мутантом. Если что, командуйте. Вот его никто не бьет, Виталик, контроль. И не бейте его. Да и теперь бейте все. Весь трэш сливайте. Там вы бегите. Ты еще не умирай, блядь. Так танки заберите, блядь. Не я, блядь, не я. Влево бегите. Кто-то не напуливает. И оно справа бегит. И бежит не туда, короче, да? Защитника бейте. Защитника бейте. Не запускай, Слава, мы не сделаем. Не убьем так босса. Еле голос умер. Проблема, блядь, большая. Кто, пацаны, без смертей? Где завоевателя? Бейте. Леха, самогон резали голос. Как вы там сейчас комнату без гола пройдете, я не знаю, честно. Идем. За сферу. Дайте защитник, ребят. Дайте ему стан точечный. Или выбежали из центра, видите, он бьет больно так. Защитника бейте. Кружочек поставил. Приоритет всегда защитник. Все, комнату прошли, один мутант остается, все спустились вниз, босса никто не трогает. Не бейте завоевателя, пробудителя. А, сливайте, нормально все. Кого-то хильнуть я не вижу. Ну прям куклу. Блять, а вот. Тогда они хилятся. В центр идите сюда, в центр. Защитника бейте. Постоянно ищите защитника глазами. Защитника вот убить. Надо через стан точечный. А как вообще активировать его? Его надо ударить или что? Да. Но пока не активируйте, не надо, иначе хэм-режим будет. Как не бейте своего, бля. Говорят, можно упасть и хэм-то сделать. Сливайте весь трэш, этот, только точечный. Там ты один вверху остаешься. Ребята, играйте в защитника. Трися, ну, по моей команде застанешь точечно. Теперь давай стан кушку, Трися. Ау, ханты, блядь, двухстай вофните, блядь. Двухстай уберите. Спускайтесь вниз. Бородец, ты выключи.
Один трэш ждем. Еще один трэш ждем. Это доливаем, и мутант спускаешь. Пока жди. Все, давай, спускай, завоеватель убиваем и расходитесь на рейндж. Спускай, спускай. Мутант, ты первый танчишь, хилим его. Наберите рейндж, ребята. Миллизона особенно. Человека 3-4, чтобы у вас там было максимум, и все, больше ничего не надо. Долина, отходи правее чуть-чуть. 12 рейндж, ребята, между собой. 12 метров рейндж. Раните, забирай на себя. Надо, просто стоим тут, просто стоим. Не бегаем от молнии. Кто ты? Они ваншотят? Выбочки не должны ваншотать. Захиливаем дверь. Постоянно на рейнже. Пятая мини-зона. Теперь мы там забираем. Видишь, здесь балансирующий удар на Этерните. Вот, цепуха миликов убила. Видите, кто-то милики, у вас там много это слишком. Это рандом, когда миликов много, она будет убивать. Вот она. Хлевать рейд сейчас. Милики, я же говорю, 3-4 человека, видите кто-то? Туда, к стенке. Победите. Мертвые все равно не сделают. Ничего не говори кто-то, говори конкретно. Я вышел, короче, я вышел. Все, окей, окей, стой там. Вот так. Стопнули. Завоевателя контроль, Виталик. Все, теперь убивайте. Теперь убивайте боссы. В центр все подойдите, кому нужна ачивка. Все, всех. Резните меня и побежали на эту. На Аурию. Фрею. Ну да, на Фрею. Ваня, зачем он тебе? На Фрею просто ХМ делаем, как обычно, да? Угу. Вреснул на Рексис. Отец холодец. И кто там в комнате сдох? Резайтесь, мы вас присумоним. Че ты мне завоеватель дал? Нахуй мне нужен? ТП в Доларан, да? Разные. Роти завоевателя. Пипец, сделай ТП в Доларан. Тритий, в какой-то там пати, что я не вижу, нашел. Тритий пати. Так, дай завателя Алине. А где сердцайка, зайка, я не вижу. Давай эту штуку сделаем, пожалуйста. У меня нету никакого завоевателя, чего вы хотите от меня? Эти стражи, чтобы открыли портал. А я... Ребята, идите сюда, сейчас мобов всех убьем, в синий квадратик идите в начало. Не играйте, пока там трэш не надо. Сейчас мы двух мобов зальем, чтобы валяем сбегаем. И все в начало. В начало инста идите к порталу. Нам надо убить сейчас двух мобов, чтобы Валера открыл портал. Да, вестибюль. Оранжерею жизни. И убить двух мобов. Зачем в начало инста? Я что-то не очень понял сначала. Мотори мы убили, поднялись на платформу, сейчас все тут собираемся. На эту на Фрею никто не идет. Так, мутант тут. Этерните тут. Нету тут? Варенька. Я вижу, написала ФК. Так, козырь тут, я вижу. Все, мутант дальнего, этерните ближнего. Все, идите, агрите. Идите их точечно. Сердцей. А, спасибо. Видите этот синий квадрат? Синий квадрат убить? Рис останем. И все, и Валера, беги. Открывай портал. Мы все за кружочком идем на босса. Слышь, давай вырубку сделаем. А то без хэм режима вырубка. Надо будет ждать. Не знаю. Я пойду, бью 3 минуты.
по идее можно. Сейчас подумаю. Ты вроде в прошлый раз тоже ее обещал. Сейчас подумаю, можно по идее сделать. Вытягивай стража, Ваня. Бейте стражи все, трусы. Риска, ты тут? Риска. Теперь этих мелких заливайте, АОЕ. Это сейчас кто, Фрея, да, или как это идет? Да-да-да, Фрея. 20 бессмертей. А что нужно? Это то же самое, смотри. Да тихо, Слава. Клинок природы, страж. Вытягивай мутант, клинка природы. Верните остальное, весь мелкий трэш. И все, играйте в клинок. В клинок природы точечно, а потом весь мелкий трэш. Масса заливайте. Ты говори, что хотел. Ну да, можно, мы если вырубку делаем, короче, все деревья сначала сейчас зальем. Время ачивку не будем делать, там с интервалом 15 секунд, просто одиночно убьем. Вырубку сделаем. На этом босс. Кстати, вон видите большое дерево, сейчас идите сюда в кружочек. Мутант. Агри его и убиваем сейчас это дерево. Подождите, трэш ведь не сагрится сейчас, со всей платформы не побежит, да? Нет. А ну все, давай, мутант агри и убиваем этого мини-босса. Будут во время боя корни вешаться, дебафы этерните, если что, готовься, подстрахуешь мутанта. Это просто бить. Стоп, стоп-каст, ребят. Потом убьем. Чё, Слава, говоришь? Нет уже... Каст. Да бля, ебучий каст. Это страж в этом, в ЦЛК. Всё то же самое. Перед ребром. Опять каст надо будет стопнуть. Сейчас корни кидают. Стоп каст. Бьем рейд. Побежали снова трэш чистить дальше, который... Вытаскиваем. Где точечно стражи? Теперь масса этих лохов заливаете. Не могу холодца залить, пишет дружественная цель. Дон, Кощуга, там подходите, ребята. Фукусак, отец, холодец, камень. Подходите, вас ждем. Иди сюда, левый трэш залем, вон он. Вытягивай, этерните, иди не в нимфу собирай. Это трэш бесполезен. Играем в клинок природы. Все, точно так. Ничего нового нет. Побежали туда вперед за кружочком. Чекну на АФК, не АФКшить. Придется по соточке кидать. Перекурим перед Мимироном, там 5 минут вам дам. Из грызы вышли, ребята. Не стойте в грызе. Сейчас подожди, аккуратно сыграем. Ваня, иди сюда. Стража вытянешь, а этерните ты пока тарелку не кидаешь. Подойду тогда уже. Вытягивай его, стража. Когда тогда ждем. Дождем. Все. Выводи подальше вообще, веди назад в рейд. Далеко туда, в начало веди. Видишь, растут, отводи. Вот. Теперь массой заливайте. Стойте. Не зацепите древние. Тебе. И все, мутант, иди уже большого лоха этого забирай. Агри. И бьем мини-босса. Собственно,
Валера, что ты готов? Открыл портал? Ой! Блин, самогон резай его скорее, отрнить, забирай. Бля, Марат, не АФКш, хили его. Дайте мазбафы по мутанту, каску, кулак. Пристабаф лап. Олег вообще не придет на льду. Да придет. Где побежали? Осталось у нас последний древень. Бежим к нему все. По паладинам сейчас прибежим. Дайте. Поставь шкаф после этого моба. Удиален. Все, вперед не идите, удиален. Ставь шкаф. Сейчас всех сумоним, бафаем. Рексиса сумоньте. Приходите на сумон. Давай, Валера, приходи. Пока ничего не бафаем, пока ждем. Виталик, вижу, пришел. Валера. Вот, все, теперь бафайте. Давайте приста баф, каски по паладинам. Кулаки. На ходу. И пойдемте за кружком. На ходу бафайтесь. Там ты иди, забираю. Тебя хилю. Враг прорвался в оранжерею. В лучах не стоим, ребята, в лучах не стойте. Смотри, тут дебафы, как на собаке, короче, в ЦЛК. В лучах не стоим, ребят, иначе помрете. Левый морей. Кубах не стойте. Скинь ДПС АП. Да? Да, 20%, 4 стака. Больно, я не знал. Так, теперь смотрите. Теперь смотрите, бежим все за кружочком. Трэш не агрите, босса не сагрите. Туда вначале убегаем. Делаем, короче, вырубку. Нам надо тут Animal Jazz спекнись в протопаладина, Козырь в ДЦ, Отец Холодец в Хэпале, Фукасаку в Иршаме и Пеппер тоже будет в Хэпале. Чекал на АФК, объясняю, что будем делать. Поставьте шкаф. Лепец, принимай. Шкаф. Так, смотрите. Самогон АФКш ты или этот? Да я ничего не АФКшу, я просто бежал. Тут, ребята, смотрите, начинается бой. Мы бьем босса. Затем ждем, пока у нас вылезет три водных элементаля. Духа точнее. Три элемента должно быть. Там, не важно, я ники не помню, короче. Назову, мы их не бьем. Доводим примерно там до 50% и все, и стопаем урон. Так, нам их, короче, нужно собрать каждого вида по две штуки. Animal Jazz, ты будешь собирать нужных нам модов, понял? Плюсуни в чат, если знаешь, что делать. Их трех элементалей. Вот. Ты их, короче, 6 штук соберешь, в сторону отводишь, в сторонке постоянно держишь. Далее, Eternity. Смотри, ты будешь на этих, на палеточниках. Цветки такие. Ты их всех, короче, забираешь на себя, стараешься. Тарелку кидаешь, лужу бьешь. Смотрите, ребята, очень важно. Я буду ставить метку на палеточников, на этих, на цветки, и мы будем точечно в них играть. Если мы сразу их всех зальем, мы сдохнем. Это по цветкам. Элементали только по моей команде, короче, будете сливать. Так, и все, а мутант, ты на боссе сидишь. И все, рост не даем, просто играем в босса, ждем, пока, короче, трэш нам нужный вылезет. Но также, если вылазит большое дерево, значит где-то рядом дар Энара. Сначала дар сливаем, потом дерево, прячемся под грибы. В общем, слушайте, я буду все анонсировать. Это давай на мутанта. А, по-моему, маленькие не таунтятся или что-то поменяли. Таунтятся нормально там все. Все работает. Так, сейчас, секунду, короче, мутант. Так, вижу, отец холодец.
вешая частицу на мутанта, Пеппер кинет на Animal Jazz. Калинку, какую ачивку делаем? Не то, секунду. О. Видите? Два древних духа воды, два грозовых плеточника и два хватополета. Надо убить за 10 секунд. Они вылазят поочередно сначала. Будем делать? Ну да, и параллельно бессмертие, конечно, попробовал. Вытягивай хваткой в оно. Вытягивай его. Ража и торники танчи, мелкий трэш. Играйте всех плеточника. Массы заливайте. Пойдем сюда, в синий квадратик. Ваня, веди босса сюда. Идемте все в квадрат. Ваня, босса веди. Иди, веди, не бойся, мы все равно будем ждать. Все, и просто бьем босса, пока бейте. Бейте босса. Просто бьем. В лучах не стоим. Вот уводи их в сторону, это нужное нам. Уводи их в сторону, это хорошо. Их никто не бьет, ребята. Пока никто не бьет. 50% там дотки повешайте, шипешки, все, больше не бейте. Уводи в сторону. Animal Jazz. Дар слить. Ребята, дар убить. Дар убить. Все, молодцы. Стоп, не бейте, не бейте босса, ребята, не бейте босса, ждем. Не бейте босса, ребята, ждем. Куда там бить можно будет? Да не бейте, пока ждем. Косты сбиваем, бегаем. Вот. Еще. Да, еще трех бомбов такого же вида, по одному каждому. И будем убивать. Пока не бьем, ждем. Подбейте хватоплета, точечно и плеточника. Точечно только, до 50%. Дары на разлить. Без дотов подбейте. Да. Только пыткой. Вот теперь под грибы прячемся, ребята. Давайте в квадрат. Ну, типа грибы. Да, и бейте большое дерево. Бейте большое дерево. Бекун этот. В грибах стоим. Типа грибы опять. Грибы, ребят. Бейте большое дерево. Зачем с меткой уходить с рейда? Так не стоим. Все опять. Выбежали на платформу, где побольше под гриб, под большой. Этих мобов не бейте. Били Фрейю теперь. Выведите Фрейю из-под грибов. Я Фрейю трэш. А теперь бейте Фрейю. Ждем, короче, сейчас снова они должны появиться. Я дам команду, точечно подобьем и зальем. Цветочки будут. Много цветочков. Да, возможно. Не исключаю. Ставлю кощугу. Этерните, забери на себя этих плеточников. Я ставлю метку. Ребята, играйте все в кружок точечно. В кружок. Видите? В зоне там кружок, ищите его. Играйте. Только без масс точечно. Опять в круг. В лучах не стоим, в лучах. Опять в кружок. Опять в кружок. Постоянно в круг ищите. Не бейте духа. Выведи его. Снова в кружок играйте точечно. Молодцы, так идем. Снова в кружок. Дар слить. Теперь босса подбили. Добейте этих. Не бейте, ребята, не бейте. А у я стопнули. Не бейте, стойте. Не бейте духа, ребят. 3% у него там. Ну все у него. Он элементарный. Я все. Стой, не бей, не молчат. Совсем сдох. Все, добивайте босса. Да что она не зовет таких же? Че он так долго не зовет? Спасибо. Снова ясен. Кто-то по ДПС. Благодарю вас, герой. Да можно сказать, кто-то по ДПС. Давай, кто? Как у него дух, древний дух воды, да? Да. Мать, Дима, хорош.
Что там, Димон? Чего у тебя? Обновление дота еще. Ну, второй роль. Чего вы мне пишете? А. Две одинаковые. Теперь искра воображения, телепортируйся сюда. Джериан, нахуй ты нам убил и ачивку запорол, слышишь, Джериан? Дима, и чё, блин? Там просто обновление дота.